В Иркутске полицейские выявили автомобиль, похищенный в Англии. Транспорт находился в международном розыске по линии Интерпола. Предварительно установлено, что во время регистрации премиальной иномарки в органах ГАИ инспектор усомнился в законности нахождения автомобиля на территории России. На машине были установлены иностранные государственные регистрационные знаки. В результате проверки сотрудники регионального подразделения Интерпола подтвердили, что машина похищена у жителя Великобритании. Сейчас транспорт помещен на арест-площадку и готовится к возврату законному владельцу.